Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичев, и сегодня я хочу по просьбе подписчиков показать один ритуал, как снять проклятие алхимика. Есть такие алхимики, которые очень хорошо, как говорится, особенно Золотого Лотоса, как говорится, общество было, которое очень часто делало ритуалы именно с алхимическими свойствами. Они, естественно, обладают очень хорошей магической силой, и планетарное влияние, и так далее. То есть обширно все это было. Для того, чтобы это снять самому, естественно, в полночь, в субботу, нам понадобится соль немножко, медный купорос, он продается, в принципе, он у меня мелко измельченный. Также кровь можно с чернилами ее смешать вот так. Дальше, то есть вот чернильница, естественно, пишем ей, вот, да, ничего сложного такого прям я не вижу. Дальше, на листке пишем заклинания, сейчас я скажу какие. Можно зеленую свечу, в принципе, как говорится, можно не обязательно слишком зеленую. Заклинания на листке пишем кровью, естественно, смешанной с чернилами. Аха, я заклинаю Агиос Седула во имя Сатер Ведуя. Амонзон Аданай Яхо Алшас Гори. Проклятие крови от алхимика сейчас. Валла Аха Эхейе. Именем Ихрос Эхейе Агла Айш. Сейчас, сейчас, сейчас. А вот, что мы дальше делаем. Естественно, когда уже написали, вот, своей кровью, сжигаем данный листок над пламенем свечи. Кадильницы, естественно, то есть у вас своя лаборатория должна быть, у некромантов она есть, кто знает, кто занимается алхимическими свойствами этими всеми. Если кто знает, то химия появилась от алхимии, и медицина тоже. Так, она сейчас догорит у меня тут. Потом, что вы делаете? Когда догорело, вы пепел смешиваете в отдельной чашечке здесь с солью и с медным купоросом. Так, у меня должна догореть полностью. Но я в данный момент показываю, а не делаю. Да ведь? Так, сейчас тут немножко растормошу ее. Угу. Вот, когда я и говорю, смешали, то сейчас подождите, это дело тонкое, не так все быстро делается, как кажется, да? Угу. Естественно, блюдо должно быть огнеупорное, а не просто так. Так, дальше. То есть мы смешиваем пепел с медным купоросом и солью. Так, мы смешали с медным купоросом, видите, да? Какая красота медный купорос когда. Вот, с медным купоросом и солью. Это тщательно перемешать, естественно. Потом вы это все ссыпаете в какую-нибудь емкость, допустим, такую, да, или любую, и относите под дерево, под сухое, вот, и потом уходите. После этого в течение месяца проклятие снимется. И если его род еще жив, этого алхимика или этого некроманта, по сути, то он кони двинет или кто-то у него умрет из рода. Вот так расплата такая. Всем удачи и успеха. С вами был Александр Пичуев. Удачи. Делитесь этим видео. И всем удачи.